Мама экс-избранника Ольги Бузовой Анна Манукян на своей странице в Инстаграм призвала поклонников шоу «Танцы со звездами», среди которых немало ее подписчиков, отдавать свои голоса за пару Давы и Анны Полей. В комментариях женщина поблагодарила фолловеров за добрые слова в адрес ее сына, давая понять, что уже порядком устала от скандального расставания Давы с Ольгой Бузовой и потока хейта, который обрушился на ее семью. «Мои дорогие подписчики, спасибо вам, что вы есть, и за поддержку, иначе все это было бы невыносимо», — написала Анна Манукян в комментариях к посту. Хейт после этого, в свою очередь, обрушился на Ольгу Бузову. Звезду называли, мягко говоря, девушкой, недостойной Давида Манукяна. «Что не делается, все к лучшему. Не пара она ему. Бог отвел, считайте. Вы большой молодец. Держитесь. А Давиду еще повезло, что отделался от этой самовлюбленной, капризной, требующей к себе повышенного внимания особой. Любящей жены из нее бы точно не получилось», — высказались в сети.